Угу, конфетку. Фигу тебе с кунжутом. На моих прилипательных гамуниусах. Ой, ой, ну не толкайся. Ого. Мне нужны ваши глаза. Поехали. Я не ослышался. Ты сказал чипсы. Моя печенька, хоть спокойно поем. Ну кто там опять пришел, а? Ой, да иду, иду. О, печеньки, пока Пашки нет, хоть спокойно поем. Моя вкусненькая, иди ко мне. Ой, она правда вкусненькая. Паша, кто там? Ну кто там, а? О, посылочка пришла. Ай, ладно, у меня тут задание поинтереснее. Паша, кто там? Робот-пылесос. Робот-пылесос? Ой, а покажи мне его. Так-с, откроем. Вот тут еще одна коробочка. Запаковали его тут. Робот-пылесос, это что такое? Так, сейчас откроем. Да подожди ты меня, не открывай. Я тоже хочу смотреть. Ого! Давай, начинай. Ну, чего тут у нас? Какие-то бумажки. Валера, это инструкция. С картинками. Дай посмотри. На. Ага. How to use cleaning notes and functions. Все понятно. Слушай, а зачем нам инструкция? Ведь мы еще ничего не поломали, а? А вот и сам робот-пылесос. Ого, какой! А покажи мне! Во! iLife и куча кнопочек. Паша, а зачем он нам нужен, а? Как это зачем? Он будет сам убирать у нас в квартире. Ух ты! А это чего? Это щетки, которыми он подметает. А вот то? Это зарядное устройство. А беленькое это что? А беленькое это зарядная станция, так сказать, его парковка. А вот там чего, а? А вот там пульт дистанционного управления. Ага, понятно. Теперь нужно установить щеточки вот сюда и сюда. Так и выползай давай. И ты тоже. Не хочет? Так, давай, давай. О, во, вот эту сюда. А вот эту сюда. Все готово и можно проверять. О, Паша, я там на столе немного печенек покушал. Валера, ты зачем тут намусорил? Так, иди убирай. Нет, у нас есть робот, пускай он и убирает. Ладно, давай посмотрим, что он там умеет. Только сначала я уберу все лишнее. Робот, убирай. Валера, его нужно сначала включить вот здесь, а теперь нажать кнопочку пуск. Ого, какой шустрый. Ой, ой, не толкайся, ну не толкайся, я тут лучше постою. Ого, как он крошки все позасасывал. Вот это робот, я мусорю, а он убирает. Ладно, пойду лучше печенька покушаю еще. Какое вкусненькое, какое маленькое. Вот. Валера, ты что наделал? А что тут такого? Робот есть, пускай он и убирает. Ты мусоришь, ты и убирай. Нет, ты хотел его проверить, пускай он убирает, а я сейчас приду. Вот медведь хитрый и ленивый. Ну и ладно, давайте посмотрим, может ли он убрать что-либо с дивана. Он все убрал, но в щель забилось две крошки. О, вот это да, какой он быстрый. Паша, а давай ему устроим челлендж? В смысле? Ну, посмотрим, что он может. А, ты мусоришь, а он убирает. Ага. Так, надо сначала очистить наш контейнер. Ого, тут есть все, и пыль, и печеньки. Валера, печеньку будешь? Ага, я с пола не ем. Давай лучше новую печеньку, конфетку и будем устраивать челлендж. Ага, конфетку, фигу тебе с кунжутом. О, кунжут. Итак, будем экспериментировать. Возьмем кунжут, отсыплю его немножечко,
Вот столько, я думаю, будет достаточно. Инспектор Валера сейчас проверит. Достаточно. Можно начинать. Ага, он посчитал, что уже хватит. Паша, ага, и там по углам он оставил твой кунжут. Да, но основное все собрал. Вот сколько тут в контейнере. Ой, а давай проверять его на конфетах. Валера. А что, по-моему, классная идея. Кто тоже так считает, жмите лайк. Ладно, вот тебе конфеты. Ура, все конфеты мне, а бумажки роботу. Какой классный робот, я с ним хоть конфеточек поем нормально. Для челленджа все готово. Ну что, поехали. Кое-чего потерял. Давай, я тебе помогу. Ой, ой, пойду я лучше. Он все подмел, но одну маленькую загнал в угол. Паша, а что мы будем давать ему дальше? Чипсы. Я не ослышался? Ты сказал чипсы? Давай, я тебе помогу. И еще и чипсов покушаю. Валера, они вредные, не ешь их. Ребята, он все время говорит мне, что эти чипсы вредные. Интересно, а бывают полезные чипсы? А? Все, я чипсы покрошил. Ты что, ел чипсы? Ой, пойду я лучше. Валера! Чего-то чипсы ему не понравились. Наверное, они вредные. Паша, давай его дальше проверять. На чем? На моих прилипательных гамуниусах. А, это типа будет прилипшая грязь. Так, ну, давай, 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 ты сможешь? Вот один и еще вон там один. Паша, он всех победил, кроме двух. О, я знаю, что ему еще дать. Какая классная штука. Я с ней и печенька поел, и конфеты, и даже чипсы. Интересно, а робот-пылесос сможет на диван залезть? А? Паша, иди с роботом сюда. Ну чего? А давай проверим, робот сможет заползти на диван? А? Давай попробуем. Так, сейчас я возьму гладильную доску. Вот так ее расположу. Но вот в этом месте робот не пролезет. И чтобы ему помочь, нужно положить сверху лист фанеры. Вот. Итак, поехали. Ого. Ура! Он заехал. Так, мне нужны ваши глаза. А давай проверять его на глазах. Давай, но я добавлю тебе еще несколько запасных. Монстриков в сторону. Поехали. Так, включим ему режим убирать под стенками. Ну, понятное дело, что все глаза он в маленькую щель не засосет. Ну, так прикольно. О, а у меня есть идея. Какая? Какая-какая? Покататься на нем. Поехали. Так, прямо, направо. А, нет, налево. Поехали. Поворот. Вперед! А вообще, это очень классно, что на нем можно покататься. Вот, а давай хлопнем хлопушечку, а? Так это же на Новый год. А ты мне еще купишь? Ладно, давай. Ого! Ой, там подарочки вылетели. Я их сейчас заберу, и потом можно пылесосить. Ну что, поехали? Я уверен, что с конфетти он запросто справится. Ребята, если вы тоже не любите убирать, как я, жмите лайк. И давайте посмотрим, сколько нас наберется. Мечта, я отдыхаю, а он убирает. Ребята, ну вот на сегодня и все. А кто тоже хочет себе такой же робот-пылесос, ссылочку я оставлю в описании под видео. Всем хорошего дня и до скорого. Как я долго мечтал.